О, вы посмотрите, что там уже видно. Видите? Это росписи Рябушкина уже видны. И вот здесь, вот, кстати, вот я не знаю, вот видно ли или нет, но вот мне вот видно. Вот видите шарик вот здесь такой, ну вот кружочек в окне. Это росписи Рябушкина уже видны. Видите, восстановили. Так, а в этом окне что там видно? Здесь почки, видите, какие почки, уже весна к нам пришла. Вот, а вот здесь тоже видно уже. Это росписи Рябушкина восстановили. Видите, они больше 100 лет были. С 17 года по 2024 они были закрашены. Причем семью слоями. Видите, вот там вот. Видите, вот там вот, да? Это росписи Рябушкина. Скоро мы туда въедем и увидим их. А вот в этом окне что видно? В этом ничего не видно. Вот видите, вот там уже видны росписи Рябушкина. Ну, короче говоря, пока еще не очень. Но видны уже. Они полностью восстановлены. Да, какие почки-то уже, а? Ну вот немножко еще постоит и распустится все. Я тоже, кстати, весной распускаюсь вместе с почками. Тоже в унисон, что называется. Да, видите, росписи Рябушкина. Красота, конечно. Но здесь что-то не видно. Но здесь потому что отсвета нет. А вот здесь вот отсвет идет вот через центральное окно вот здесь. Вот я помню, здесь классы когда-то были. Я здесь вставал Мищенко. Вот его класс, кстати, бывший. Вот это был верх, вот это был низ. Вот там был пол. А вот здесь окна вообще нет. Хотя я помню, что здесь окно было. Здесь окно есть, вот здесь окна нет. Вот, но вот это, я помню, класс Мищенко был такого. Я там сдавал историю музыки. Я потом расскажу, как я это называл, но просто неприлично, это YouTube не пропустит. Вот росписи Рябушкина, да, вот они там вот уже виднеются. Вот они.